соревнования можно по праву назвать традиционными, потому что они собрали сильнейших спортсменов в отрасли здравоохранения Республики Башкортостан. Равнение на флаге. Звучат гимны Российской Федерации и Республики Башкортостан. Работников на призы памяти Филиппа Филипповича Гургаева. Не секрет, что спортивный образ жизни и занятия спортом являются залогом отменного здоровья, лучшим источником красоты, физической силы, душевного равновесия, практически неиссякаемым источником жизни.